Как родители рассказывали, как дед участвовал, то, что дед даже попадал в плен, но сам ушел и был представлен к высокой награде. То есть дед умудрился из плена уйти и взять еще фашистов в плен. То, что деды наши делали, теперь мы должны доделать и уже поставить точку, чтобы мир был во всем мире. Да, я принял для себя такое решение. Сейчас полностью уже восстановился и готов идти снова защищать родину. Сложное, да знаете, как говорят ребята, там все сложно. Но нужно выдержать, выстоять. Помогает патриотизм и музыка. Патриотизм – это родина. Не смогу точно вам прям сформулировать, он где-то в глубине души есть, вот он внутри находится. То есть вот родина для меня важнее всего. Родина – это дом, мир, дочь, семья, друзья. То есть смотреть вот на детей, как они ходят, радуются, чтобы они не знали, что такое война, чтобы никто этого не почувствовал. А наш долг – защищать.